В прошлом учебном году Центр дополнительного образования прошел областной конкурсный отбор пилотных площадок по апробации внедрения нового профессионального стандарта. Сегодня педагоги ЦДО делятся своим опытом по внедрению и освоению данного стандарта. Мы можем с уверенностью сказать, что профессиональный стандарт – это прежде всего инструмент качества образования во всех образовательных организациях. Это инструмент инновационного развития, это подбор кадрового потенциала для работы во всех организациях, это эффективная оплата труда, основа для этого и многое другое, что может включать данный основополагающий документ. Согласно этому документу, педагоги дополнительного образования должны соответствовать не только личностным и профессиональным качествам, но и вызовам современного мира. Гости дискуссионной площадки сегодня обсуждают разные вопросы, в том числе плюсы и минусы внедрения педагогического стандарта. В стандарте написано такие вещи, которые, ну, может быть, и важны, но для реалии вот такого, скажем, без обиды, в глубинке где-то, каких-то вещей, это очень сложно сделать и практически неосуществимо. Вот это разрыв между тем, что реально, по сути, надо делать, и тем, что сказано. Профессиональный стандарт утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты России еще 2 года назад. Вступить в действие он должен в январе 2018 года.